Всем привет, меня зовут Анна Цуканова, мы с вами на канале «Железный мир». Я готовлюсь к осеннему соревновательному сезону по бодифитнесу. Сегодня я покажу вам свою тренировку на мышце плечевого пояса. Первое упражнение в моей программе – разведение на тренажере PEC-DEC на заднюю дельту. Скажу немного о себе. Я, как все девочки, когда-то в детстве занималась танцами, и в 16 лет затянула меня на тяжелую атлетику. Собственно, там я и осталась, посреди железа, до сих пор работаю здесь. Являюсь мастером спорта России по тяжелой атлетике, неоднократный призер чемпионатов Москвы и России, была в сборной. Так как я получила травму тазобедренного сустава перед чемпионатом Европы, мы готовились на сборах, завязалась тяжелой атлетикой. Тем самым пошла работать в фитнес-клуб, фитнес-индустрию тренером и решила попробовать себя в бодифитнесе. То есть тут уже нет таких компрессионных нагрузок, как было на штанге, потому что веса были от 170 и выше. Вот. А здесь чисто постройка тела и максимальное сохранение здоровья, невзирая на диету. Следующее упражнение в тренировке. У меня жим штанги сидя на стуле на переднюю дельту, и суперсетом идет сразу разведение в кроссовере. Следующим упражнением в тренировке у меня махи в тренажере через сторону на среднюю дельту. Следующее упражнение в тренировке – тяга нижнего блока, плюс суперсетом идет отжимание от пола. Многие девушки считают, что после беременности очень сложно восстановить фигуру. И когда приходят ко мне в клуб тренироваться и говорят, что у меня двое детей, поэтому я так выгляжу, это, я считаю, это не аргумент. Потому что сама являюсь мамой 3-летнего ребенка, и еще 8 месяцев назад я являлась кормящей мамой. То есть я кормила грудью и выглядела, по меньшей мере, не очень презентабельно, потому что во время беременности и впоследствии после родов я была на 35 килограмм больше, чем есть на самом деле. Я считаю, что нет ничего невозможного. Самое главное – замотивировать себя, иметь силу воли, желание, стремление. Потому что, допустим, когда я не имела возможности выйти на работу и тренироваться в тренажерном зале, я поставила себе беговую дорожку в квартиру, купила сборные гантели. Ребенок спит, я на дорожке. Ребенок спит, я себе готовлю курочку с укропчиком, с огурчиками. Вот. И тем самым приобрела ту же самую фигуру, что у меня была до родов, и могу сказать, что нахожусь сейчас в лучшей своей спортивной форме. Всем спасибо, что посмотрели мою тренировку. Следите за моими выступлениями в этом осеннем сезоне. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Железный мир». С вами была Цуканова Аня. Пока!